Ну все, покидаем Порту и летим в Лиссабон. Итак, час полета, и мы в Лиссабоне, столице Португалии. Будем здесь 4 дня. В планах посетить Синтру, мыс Роха и погулять по центру города. А здесь в Лиссабоне адовая жара. От аэропорта в центр города, где мы живем, мы едем на метро. Метро стоит здесь 1 евро 31 цент. Так вот, здесь также нужно покупать карточку, на которую пополняются деньги. Но в отличие от Порта, здесь именно пополняются деньги, сумма, а не количество поездок. И здесь есть турники, это уже в отличие от Порта. Без билета не пройдешь, а в Порту можно без билета ездить. Ну, не знаю, как там, есть у них контролер или нет. Но говорят, штрафы здесь суровые, до стократного размера оплаты проезда. Наш хостел, или даже можно сказать мини-гостиница, находится в самом центре Лиссабона, у метро Реставрадорес. Гостишка эта располагается в старом красивом здании. Внутри тихо и уютно, как у бабушки, а стены выложены плиткой азулежу. Так, друзья, наш номер в Лиссабоне. У нас снова приватная комната. И в комнате у нас кровать двухспальная, тумбочка прикроватная, небольшой столик с вентилятором, раковина, душ, шкаф. Но что самое главное, у нас есть балкон с офигенным видом на центр Лиссабона. Вот. За этот номер мы отдали за трое суток 105 евро, еще плюс 6 евро городской налог. Итак, скинув вещи и приняв душ, мы, не теряя времени даром, идем гулять по городу. Достопримечательность Лиссабона – это элеватор «Ди Санта Жушта». Лифтовой подъемник предназначен для оказания помощи пешеходам в преодолении крутого склона. Действует с 1902 года, связывая низинный район Байша и высокий Шиаду. И к нему очень лютая очередь. Что за билетами, чтобы купить, что у нас сам уже подъемник. Поэтому мы на нее не пойдем. А еще наверху этого элеватора находится смотровая площадка. Прогулявшись по району Байша, идем в горку, к замку Святого Георгия, расположенном на высоком холме в районе Альфама. Ну что, ребята, мы пришли на территорию старинной крепости, где находится замок Святого Георгия. Вход стоит 8,5 евро и на входе большая очередь, но движется она достаточно быстро. Отстояли мы в ней 10 минут. И сейчас будем гулять по крепости, посетим замок Святого Георгия и полюбуемся видами Лиссабона. Говорят, здесь очень круто. И смотрите, сейчас мы вам все покажем. И действительно, со стен крепости открывается бомбический вид на центральную часть Лиссабона и реку Тежу. Можно сделать огненные фотки для инсты, например. А сам замок наверняка очень древний. Точной даты основания я не нашел, хотя не очень-то сильно искал. Но говорят, на этом холме укрепления существовали еще с 6 века до нашей эры. И служили крепостью, римлянам, визготам и всяким прочим маврам. Но это не точно. Да и сам замок наверняка неоднократно перестраивался и модернизировался. В одной из башен замка, а именно башне Улиса, установлена камера обскура. Это устройство, позволяющее в солнечную погоду получить изображение Лиссабона в реальном времени. Это своего рода перископ. Посетить башню можно только в составе группы, не более 20 человек. Группа формируется непосредственно на входе в башню. Вход осуществляется каждые 20 минут, и это бесплатно. В общем, если вы ищете смотровую площадку для вида на город из его центра, то это место для вас. На территории крепости имеется небольшой и классического вида музей, в котором представлены в основном копанные черепки и посуды, убранные в витрины. Ну, в общем, такое, минут на 10, не более. Итак, посетили мы замок Святого Георгия в крепости в Лиссабоне. Прикольная крепость. Мы были здесь где-то часа два. Походили, погуляли, посмотрели, виды крутые. У нас на весь центр Лиссабона открывается.
и даже выше, чем на той, этой самой, на том подъемнике, элеватор который. Вот. Так что советую посетить, здесь прикольно. После замка решили остаться в самом старом историческом районе Лиссабона, а также одном из старейших в Европе, районе Альфама. Название района происходит от арабского «теплый источник» или «баня», но это опять же не точно. Во времена мавров город ограничивался именно этим районом, а впоследствии начал расширяться на запад, район Байша. Благодаря скальному грунту Альфама лучше других районов города пережила катастрофическое Лиссабонское землетрясение 1755 года. Здесь сохранилась средневековая хаотичная планировка улиц. Благодаря своим термальным источникам в Альфаме была целая серия бань, которые использовались для лечения и профилактики болезней. Сразу вспоминаются тбилисские бани. Через Альфама проходит маршрут самого туристического ретро-трамвая Лиссабона, номер 28. Смело можно сказать, что это самый попсовый вид транспорта Лиссабона. Он описывается практически в любом путеводителе, да и на магнитиках этот трамвайка изображен. Монастырь Сан-Висенте-де-Фора – величественное здание, которое возвышается над жилыми кварталами города. Вход сюда бесплатный, но приветствуется пожертвованием. Альфама хоть и выглядит неухоженно и бедновато, но именно тут в полной мере чувствуется дух средневекового города. Кафедральный собор Лиссабона выглядит весьма архаично и, кстати, по внешнему виду даже сложно поверить, что это главная церковь столицы. Интерьер собора удивительно аскетичный, но очень приятный. Вход в собор также бесплатный. От собора спускаемся в район Байша, откуда мы сегодня начали свое знакомство с Лиссабоном. И двигаем дальше, на, пожалуй, главную площадь Лиссабона, площадь Коммерции или Дворцовую. Дворцовой она называется потому, что раньше на площади располагался дворец Рибейра, резиденция короля. После землетрясения, все в том же 755 году, дворец и все прибрежные постройки были разрушены, а на их месте сделали площадь и здания вокруг в одном стиле. А в Лиссабоне начинается лютое пекло, и нужно спасаться, а заодно и отобедать. Ну что, друзья, в Лиссабоне реальное пекло. Телефон показывает плюс 36. Я уже думаю просто сидеть в номере в обнимку с вентилятором, закупившись портвейном и никуда не ходить, потому что реально очень тяжело. Ну ладно, собрался с силами, пришли в ресторан. И вот у меня такое блюдо называется микс гриль. Тут разное мясо на гриле, ну и плюс всякие овощи, картошка фри. И стоит оно 8,50. У Насти блюдо с рыбой. Ну и взяли по пиву. Приятного аппетита и сил выжить в этом аду. Так, а у них тут в центре города, так же как и в порту, происходит забастовка таксистов или митинг. В общем, бузатерят во всем. Видимо, это общегосударственное мероприятие. Еще одна туристическая развлекушечка – это фуникулер Глория. Фуникулер этот древний, как и трамвай номер 28. Тем самым он еще более привлекательный для туристов. Проезд туда-сюда стоит 3 евро 70 центов, и на него все равно выстраиваются очереди. Располагается этот фуникулер рядом с нашим жилищем, и это прекрасно. Фух, жара в Лиссабоне лютая. Поэтому сижу в номере с мокрым полотенцем на голове и с вентилятором в обнимку. Жесть. Как они здесь живут, хрен его знает. Переждав жару дома с портвейном, теперь идем гулять, когда жара спала. Пойдем сейчас к реке, прогуляемся, ну и по центральной части. Посмотрим, как чего здесь. Должно быть красиво. Самый центральный, самый туристический район Лиссабона – это район Байша. После землетрясения все в том же злополучном 1755 году он был спроектирован с нуля, поэтому и не передает атмосферу средневекового города. На его ровных, строго параллельных и перпендикулярных улицах кишмя кишат магазины, кафе и прочие сувенирные лавки для туристов. Самая центровая улица района – это улица Аугушта, она полностью пешеходная. Начинается улица от Триумфальной арки и площади Коммерции. Кстати, за 3 евро на Триумфальную арку можно подняться и посмотреть на площадь и улицу сверху. Площадь Коммерции своей южной стороной выходит на набережную реки Тежу. На пристани есть мраморная лестница,
которая служила для приема иностранных делегаций. А сейчас на ней сидят туристы и подлуживают. В Лиссабоне мы также пришли на набережную, как и в Порту. Только здесь, к сожалению, река Тижу и набережная полная шапка. Еще и воняет чем-то. Ну, мы, конечно, пришли с пустыми руками, пришли с портвейном и сыром. Вот, как бы. Это единственная приятная вещь на всей набережной. Да. Так что вот. И все равно на улице жарко. 9 часов вечера, а на улице вообще духота и жара. Приезжайте в Лиссабон в ноябре. В декабре, в январе, в феврале и в марте. Кстати, да. И первый раз я здесь и был как раз-таки в марте, в начале марта. И было вообще шикарно. Мало туристов. Все открыто, все доступно, никаких очередей. Потому что сейчас мы прошли мимо лифта, подъемника. Там просто очередь. 9 часов вечера, а очередь. Прошли мимо фуникулера Глория, рядом с которым мы живем. Тоже очередь. Поэтому мы сидим на набережной и пьем портвейн с сыром.